Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной интернациональный ронинг. Ну, как интернациональный. Русский сервер против немецкого сервера. Владелец один и тот же Антон. Спасибо ему за два аккаунта. Один на немецком сервере, один у нас на русском. И здесь как раз есть коллекционер. 35 тысяч самов на втором, 30 тысяч самов. Посмотрим, где падает лучше. Находится он в гильдии белорусский, дайте заявочки, вступайте, всем привет. На атаку фартов они пока не ходят, но если вы будете вступать, то будут скоро ходить. Русский Android сервер. Так, поехали, бесплаточка. На русском у нас сегодня есть коллекционер. Вот такой вот, ну, обычный для русского сервера коллекционер и трата. Поехали, не буду затягивать. Аккаунт у нас, ну, судя по всему, я думаю, бездонатный. Знакомый аккаунт. Когда-то мы на нем, по-моему, уже ролили. Поехали. И отмороз. Мы даже не посмотрели, кто нам нужен. Называется, поехали ролить. Так, Фоба. Осмо. Ну, я надеюсь, Трифит, Королева Ос, Командора, Ледяха, Оккультист, Ворожей. Да ладно. Призрака он не собрал. Бугимен, Миша. В общем, это будет, ребята, сейчас очень жестко. Поехали. Мы начали с набора слотов на склад. Так, надо сейчас склад пойти посмотреть, почистить. Душегуб, РТшка. Пожалуйста, вот просто налегке. Надо ворожей. На тебе ворожея. Изи. Поздравляю, ну, я думаю, это на сегодня прям мега имба. Просто супергерой для любого аккаунта. Ну, его можно собрать без проблем через командные. Такс, поехали дальше. 450. Все, следующие 450 мы пойдем. Фрэнки. Ну, Фрэнка у него там на складе. Да, хренище. Ниндзя. Мишанчик. Миш. Сегодня вот просто, вот знаете, это чувство, когда вот, я не знаю, сегодня день Миши или что. Просто жестко падает. Дофигища. Просто дофигища Мишек падает. Не знаю, с чем это связано. Медузка. Но что-то здесь не так. Тыковка. Бульдозер. Дракос. Ну, честно скажу, я сегодня не в восторге от количества, точнее, от качества. Еще один ворожей. Но спасибо, у нас уже ворожей есть, не надо нам столько. Дайте нам кого-то, кого-то ледяху или космо. Мне не нравится, как на русском сервере падают топовые герои. Вот падает дофига героев сегодня, но, конечно, шанс такой себе. Ну, раз на раз не приходится. Каждый аккаунт индивидуально. Смотрите, нифига себе. Вот я говорил, что что-то, вот я даже еще 450 потратил. Я говорил, что просто жесть. А, моему это, моему уже Королева Ос. Ну, что-то... Что это за фигня, ребята? Что это за фигня? Третий Мишка. А вот это вот просто изи. От души Космо прилетел. Три Мишки и Космо. Ну, это просто космос. Миша Космос какой-то, я не знаю. Поехали, добьем и пойдем на немецкий сервер. Призрачный всадник. Жестко. Реально очень жестко падает. Это просто топовый роллинг 2020-го. Офигенно просто. Космо и сразу же ледяха падает. Ну чё, поздравляю. Думаю, ты будешь доволен. Мы, понятно, здесь не соберем. Офигеть. Я офигею просто. Мы там, походу, с коллекционера толком
нифига не собрали 9.15, но вытащили мы с вами просто дофигище обалденных героев. Просто офигеть. Я в шоке. Две ледяхи. Там за фигню самоцвета, ну столько, две ледяхи, космо, это просто круто. Ну чё, поздравляю, на русском сервере, я думаю, ты останешься очень рад. Сейчас проверим, что у нас будет делаться на... Ну, в принципе, аккаунт, ну, космо, ледяха, это все, это уже пол победы. Офигеть просто. Просто офигенно. Поехали на немецкий сервер. Пока это, наверное, знаете, один из самых крутых роллингов в этом году. Так. Пойду. Офигенно просто. Так, с немецкий сервер. Так. Здесь у нас 30 тысяч самоцветов в Гупи. Да, помню, мы у него что-то... Или на пирате что-то делали. В общем, мы на этом аккаунте уже были. Смотрим, что у нас по героям не хватает. Обушка. Опять же, космо. Ледяха. Оккультист, ну с Валентом, землеройка, Махатма, здесь дофигища надо. Поехали. Тут я думаю, вам рекламить не стоит, гильдию вы все равно ее не найдете. Такс, ну что, поехали. Сегодня нету там никаких трат. Здесь мы просто делаем роллинг. Душегуб. Хранитель. Эрос. Эрос, это просто, ребята, Эрос. Офигенно. Еще талантики он попросил расставить. Сейчас посмотрим, что у него по талантам. Медузка. Тесочка. Мертушка. Значит, здесь не это... Не знаешь, как называется герой, выпадает Лего. Ну, некоторых понятно можно, а некоторые просто... Леди Лео. Да ладно, вы что, издеваетесь? Короче, русский... Ребята, вы столько лазулей за роллинг не видели. За такое количество самоцветов. Ну и здесь мы это сделали. Офигенно, посмотрите, у него еще... Загашники, одинвухники, розы. Ну, это немецкий сервер, тут нечему удивляться. Так, поздравляю. Ну, конечно, русский сервер мы, наверное, вряд ли догоним. Суккуб. Валька. Блин, еще бы здесь космо вытащить. Было бы вообще эпично. Калипсо, я думаю, уже космос сейчас вылетит. И за 150. К сожалению. Такс. Окей. Поехали посмотрим, что у него по талантам. Ну, поздравляю, все-таки здесь тоже. Но здесь аккаунт, понятно, намного круче. А живо хорошо, что не десятку качнул. Фрейка, вальс, но если есть уклон... Так, тыковка хорошая. Здесь надо ремку еще одну. Здесь надо пакт. Понятно, поехали. 45 коробок. Это нафиг никому не нужно. Я думаю, здесь все уже максималками. Да. Стойкость.
Такс, просветик мы закинем пока, наверное, на этого товарища. Нафиг не надо. Васт. Ремка, баст. Смотрим, сейчас поставим пока сюда. Конечно, пак тоже классно, но и баст неплохой вариант. Так, ожива есть. Узу с каменкой начал качать. Старенький вариант варлок. Ой, отлично. Отличненько, ворожей. Так, что, он уже докачан? У него докачан. Я сделаю вот так вот. Однозначно так. Других вариантов пока нет. Ему в первую очередь надо будет. Так, еще один просвет. Кого-то, кого он там будет на эволюцию делать быстро для архидемона. Так, Ронин. Понятно все. Еще один просветик у нас есть. Тут у нас бог войны. Ну, здесь бог войны нахладным, бессмысленный. Так, наверное, Фрэнка кину. Отлично, ремка. Так, ремочку мы с вами закинем. Бидончики есть. Дерево 8-10 у него уже. Ставим вот сюда. Блин, что-то так дофигища просветов дает. Реально дофига. Сюда. Там у нас музычка закончилась. Так, давайте какие-то имба-таланты. Расколы вообще не падают. 500 коробок переролил, один раскол. Ну что это за бред? Так, отлично, Flying Guard следующий. Ну, охник. Меняю. Сливаю, однозначно меняю, потому что это не вариант. Не вариант. И там многие начнут бомбить. Вау, вот нафига, нафига. Это лучший вариант. Я думаю, у него тут рунки есть. Я не буду на девятку, даже восьмерка будет лучший вариант для многих локаций. Тем более он сможет прокачать потом дальше. Там ожива нафиг не нужна. Такс. Бастион. Бастион. Бегичу поставили. Здесь огненка не актуальна. На ней особо лучше на домах все-таки было собирать. Так, роза с каменкой. Ну, тоже. Вас на нее потратить неохота. Паст бог войны. Бастион, он такой универсальный для многих, но в то же время под него большинство героев. Надо ремка. Чем мне нравится немка? Здесь дофигища скинул возможности, нежели на других серваках. Эта стойкость тоже и не туда, и не сюда.
Можно было бы, конечно, Фрейя. Мы уже поставили. Ну, это, в принципе, до восьмерки сейчас все качается. Замедление, утыкание. Да нет, даже не буду рассматривать. Вот, отлично. Это то, что надо. Так, здесь огненка есть, есть, есть. Есть. С кулаками у него проблемы нет. До восьмерки можно сливать уже давным-давно, даже для бестонатов. Так, дальше. Еще одна железка. Железка будет очень хороша на подземочке. Герой. Ну, у него тут такие уже прокачанные основные. У него командоры. В принципе, более-менее нормально. Да, железка тоже подходит неплохо. Ухвани нафиг. Нафиг. Воодушка. Смысла нету. Так, ну давай, 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 давай. Отлично, ремочка. Охранители стойкость. Ну, я думаю, эту ремку оставить для этого товарища. Пусть будет, пока он его прокачает, пусть повисит. Потом, если что, кому-то другому поставят. В общем, такой вот, ребятушки, у нас роллинг. В принципе, я считаю, очень круто получилось. Мы на русском потрешивали, и на немке тоже вытащили. Но русский, конечно, удивил. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.